В Ангарске двое несовершеннолетних отравились угарным газом во время пожара. ЧП произошло в субботу в общежитии. Огонь вспыхнул в помещении для хранения колясок. Дым за считанные минуты распространился по всему лестничному маршу. На верхних этажах люди просили о помощи. Пожарные применили автолестницу. По ней из здания было эвакуировано 18 человек. Еще 30 удалось вывести, используя дыхательные аппараты. Среди них было 12 детей. К сожалению, в результате пожара были травмированы 3 человека. Это и 2 ребенка. И 2009-2018 годов рождения, и женщина 1976 года рождения, которые были госпитализированы в медицинские учреждения. В настоящее время у них состояние стабильное, находится под наблюдением. По данному факту проводится проверка. По предварительным данным, причиной случившегося могло стать неосторожное обращение с огнем.